Ярославле соревнуются лучшие молодые рабочие со всей Центральной России. Это полуфинал национального первенства по профессиональным стандартам WorldSkills – международной системы проверки навыков рабочих специальностей. Форум WorldSkills Russia – уникальная площадка для взаимодействия сферы образования и бизнеса. Последний заинтересован в квалифицированных рабочих кадрах, а для педагогов участие их учеников в соревнованиях – профессиональная победа. Главная цель таких форумов – повышение престижа рабочих профессий. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Одновременно форум – поиск новых путей развития всей системы профобразования по международным стандартам. В нашей области созданы все условия для этого, а поддержка талантливой молодежи, сохранение и развитие кадрового потенциала – находятся под личным контролем губернатора. Мы создали целую отрасль и отреконструировали огромное количество предприятий. Это требует высокого уровня мастерства молодых ярославцев. И я думаю, что они, участвуя в подобных конкурсах профмастерства по системе WorldSkills, смогут показать себя, смогут найти себя и поднести пользу и себе, и ярославской промышленности. Полуфинал чемпионата собрал под свои знамена больше сотни студентов. Это студенты техникумов и вузов регионов Центра России. Соревнуются участники по 16 направлениям. Ярослав Черепенин, повар из Костромы, учится заочно на технолога и работает поваром в одном из ресторанов. Из одной только свеклы, утверждает Ярослав, он может сделать мармелад, соус, пену. От конкурса ждет прежде всего творческого подъема. Я просто люблю пробовать что-то новое, придумывать, экспериментировать. Сочетать несочетаемые ингредиенты. У себя в регионе меня попросили поучаствовать, мне это интересно. Выступил, занял первое место, приехал сюда. Хочется развиваться в своей профессии, получать что-то новое, навыки, да. Уже прошел не одни олимпиады, всероссийские, международные конкурса. То есть, в принципе, развиваясь по профессии, мне просто это интересно, это нужно, ну, это для меня, можно так сказать. Победителей ждет финал чемпионата в Казани. Завершится форум 25 апреля. Кстати, в этот же день Ярославль ждет еще одно событие. Это будет Евразийский образовательный диалог.